Приветик, мои дорогие зрители. Я вам тут текстик накатала. Причем давно, нашла его сейчас. Давайте я его вам сейчас зачитаю. Так. Как из рабочей лошади сделать недоумение? Так. Дорогие друзья и зрители канала Лошади, Ослы и Мулы. Сегодня будет откровенный разговор. История, как я испортила сначала коня. Ну, в смысле, сначала испортила, а потом исправила свои ошибки. Сейчас очень много всяких историй про лошадей, типа «Ути-пути, благородный конь». И тогда было, но сейчас особенно, правда? Так, итак, конь рабочий, послушный, мегаумный, добрый, ласковый. Видимо, находясь под впечатлением от какого-то фильма про лошадей тогда, да и уже имея, кстати, на тот момент одного коня, друга компаньона, я в этом своем новом коне увидела что-то такое, ну и решила из него тоже сделать друга. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Я стала с ним много заниматься, играть, причем мне... Здорово это удалось, как будто. Мы очень круто с ним бегали на перегонки, срывались с места, задорно. Еще всякое такое веселое озорство. А потом конь встречал и провожал меня пинками. Если он не желал, я к нему и приблизиться не могла. Он постоянно меня толкал, наваливался, отбирал нагло. И опасно, значит, вкусняшки отбирал. Научился, вернее, стал скидывать, пытался скидывать меня со спины. Не пускал сесть верхом и так далее. Скинуть мне не удавалось, я за гриву как блоха цеплялась. Вот. Но в итоге он решил так. Едва я появлялась в дверях конюшни, он проворно поворачивался задом и махал в мою сторону копытами и, собственно, навозом тоже из-под копыт пулял. Однажды я для кучи оступилась и упала, тем самым убедив коня в его лидерстве надо мной. Короче, испортила животное, но, как говорится, запорола сама, осознала тоже сама, и теперь исправляй сама. Вот так. Хитро да мудро. Тогда я его обвела вокруг пальца. Нашла, короче, в интернете, как сделать шлейку. Так, чтобы отучить лошадь легаться. И когда я, значит, с вкусняшками приходила, он меня допускал к себе и даже разрешал гладить себя. Только так, короче, я его вокруг пальца обвела. Нацепила на него шлейку, а потом он, бац, легаться. А оно того не пускает. Два раза махнул и сразу понял, что к чему, и не стал сдаваться. Лидер-то он. Стал просто убегать от меня, не даваясь в руки. Ну, я говорю, это был очень умный коняга. А я его с собой выкупила. Суть до дела, в руки он не давался, лидерство не отдавал. В отчаянии, левой рукой, а я вообще правша, я схватила камушек и бросила. Короче, бросила я камушком в его сторону. Так, просто от зла и от бессилия. А вообще камни кидать не умею. Вот, а этот выпущенный левой рукой, не глядя вообще куда, вдруг залетел ему прям в лобешник. Маленький камень, но вдруг конь встал. Потускнел как-то. Я испугалась, думаю, убила. Сейчас упадет и сдохнет. А он опустил голову и пришел ко мне, приняв за мной абсолютное лидерство. С тех пор у нас не было проблем, и в такие игры я больше не играю с лошадьми. Даже если уси-пуси, то игры, доказывающие мое лидерство над лошадью. В отношениях с лошадьми уступать нельзя. Я во многих своих видео об этом говорю. Если вы взяли со своей лошадью
и иерархию устанавливать. В этот момент ни дождь, ни гроза, ни пожар, ничего не должно вас остановить, если вы не добились правильного результата. В отношениях человек плюс конь человек всегда должен оставаться главным, иначе лошадь оседлает человека или еще хуже запинает. А вообще не бойтесь выражать свои эмоции с лошадьми, они очень понимают все. Просто не нужно как бомба взрываться, но и отчетливо взаимосвязь между действиями лошади и вашей реакцией должны наблюдаться. А то бывает, знаете, таким: «Эй, скакун, ты чего вчера козлил на корте? Сейчас я тебе накостыляю». В этом случае лошадь видит так. Ну, от лица лошади сейчас. «Стою, жую, никому не мешаю. Дошел хозяин. Я рад его видеть. Он неадекватен. Ругает. За что? В моих действиях все правильно. Как еще правильнее?» Продолжает ругать. «Пойду-ка я от него подальше и потеряю к нему доверие раз и навсегда». В общем, если вам нравится сегодняшнее видео, подписка, лайк, репост и комментарий.